22 февраля в здании юридического факультета Ярославского государственного университета имени Павла Григорьевича Демидова состоялся День открытых дверей. Абитуриенты и их родители имели возможность получить исчерпывающую информацию о поступлении в ЕРГУ, факультетах и направлениях подготовки специалистов, о студенческом общежитии. По традиции, мероприятие началось со вступительного слова ректора Ярославского госуниверситета Александра Ильича Русакова и награждения победителей Олимпиады по прикладной филологии среди старшеклассников, которую организует самый молодой факультет вуза – филологии и коммуникации. В ходе встречи будущие студенты имели возможность задать деканам факультетов университета интересующие их вопросы.